Ребята, всех приветствую. Хороший майский день. Все на карантине, а мы в работе. Сегодня прозавели наш экскаватор, который 2 года простоял. Mitsubishi или Japan Steel. Где-то в середине 80-х, 90-х годов был ребрендинг Japan Steel, оригинальной папы компании. Стала Mitsubishi Motor. Лапу не поднимали 2 года, сейчас посмотрим, как она поднимется и поедет ли, ну вообще. Все объективно, подписывайтесь на канал, дальше будут обзоры, тесты всего, что у нас есть на стоянке. А есть у нас очень много, поверьте. Экскаваторы, грузаки, колеса, грузовики, рессоры и всякий хлам. А, поехал вроде. Где-то здесь общая вместе с гидравликой с маслом 12-15. Ну, на трал мы его сможем загнать. Как он будет копать, я не готов на этот вопрос ответить. Мы продаем его как есть, вот в таком виде. Дела, ребятки, прокатились по базе, все работает, бери, думай, делай.
объем работы не готов сказать, сможет он или нет. Но если внимательно подойти к делу, охлаждение надо делать, шланги где-то перепутаны, потому что рычаги не туда крутишь, он не туда. Никак на экскаваторе должно быть. Мануала нету, ну, надо разбираться с этим. Все, всем пока. Не забывайте подписываться на канал, кнопка внизу. Все, пока.